времени мы много говорим и думаем, что сделать, что исправить, как часто не хватает нам самим желание жизнь свою всю Богу предоставить, оставить то, что так волнует нас всегда, что между нами и Христом стоит преградой. Мы смотрим, думая, что в этом есть нужда. А наполняется ли сердце наше Божие отрадой? Задайте этот каждый сам себе вопрос и вспомним наше христианское начало. На Библии и страницах так сказал Христос, что жатвы много, делателей мало. Действительно, смотрите, все поля созрели, что были так засеяны усердно и с любовью. А наша цель, чтоб людям и сказать успели, что хочет всех спасти Христос Своею кровью. Так поспешим, как верные Христовы дети, на призыв Господа, чтоб грешников спасти, не драгоценнее и лучше тех снопов, чем эти, что в житницу небес мы сможем принести. Аминь.